Дорогие друзья, всем привет! Мы сегодня с вами приготовим вот такой замечательный, вкусный, сытный салат. Салат шахтерский. Мы сегодня будем готовить по-настоящему мужской салат. Приготовление салата начинаем с мяса. Мясо у меня говядина. Или режем на кусочки, или разделяем на волокна. Вот так, с легкостью можно разделить. В этом случае салат будет более пышный. Вот можно на более такие тоненькие кусочки. Мясо у меня 200 граммов чистого веса. Это когда уже после варки. Конечно же, я варила больше. Теперь я нарезаю красный лук. Четверть колечками. Понадобится пол луковицы. Вот такая луковица у меня среднего размера. Дальше нарезаю два маринованных огурчика, огурчики среднего размера. А теперь соломкой. Дальше горошек. Горошка 100 граммов. Два зубка чеснока. Три чайной ложки перца. Заливаю горячим маслом. Добавляем петрушку. И все перемешиваем. Соль нужно, конечно же, добавить, но добавляйте по вкусу. Я добавлю вот 3 чайной ложки. 1 треть чайной ложки. Дорогие друзья, вот такой вкусный, сытный, прекрасный салат мы получили. Салат шахтерский. Но я по своей инициативе добавила горошек и петрушку. Можно обойтись и без этого. Приготовьте, не пожалеете. Спасибо за просмотр. Всего вам доброго. Всем пока.